само здание, эти крепостные стены, так скажем, или стены, это монастырь. Монастырь византийских императоров. Наверху находилась церковь. Сначала одна, потом династия Палеологусов построили еще одну. Посередине осталась такая маленький кусочек. Через некоторое время сказали, давайте еще построим одно. И получилась такая тройная церковь. И посвятили ее Святой Троице. Нижняя часть монастырь была, там помещение. И после захвата города османами, они вот там, этот Муллазерек устроился, начал жить в этом районе. И церкви были разрушены. Одна из них более такая большая и по лучшему состоянию, переделана в мечеть на данный момент. Там некоторые люди идут на молитву. Это часть монастыря того большого.